я не хочу выходить к доске. Я отсюда попробую написать. Я не пойму, что вы на меня смотрите? У меня что, тушь потекла? Вообще-то у тебя волосы стали розовые, и с рукой что-то случилось. Ой, хватит выдумывать. В общем, в этой формуле не хватало водорода. Ну как? Как ты это сделала? Ты с места вытянула руку к доске! Привет, крутые детки! Кто из вас сегодня будет моим ужином? Всем привет! Меня зовут Аня, и я из команды крутых деток. Cool Kids – это самый крутой YouTube-сериал в нашей галактике. Пишите свои истории в комментах и становитесь авторами серий. Подписывайся на наш телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Ставь лайк, жмякай на колокольчик, и увидимся в будущем! Так, я новый учитель в новом магическом колледже. Надеюсь, мне достанется хороший класс. Так, мне совет древних сказал, что у них стерта память, за исключением последних уроков. Надеюсь, что мне никто память не стирал. Просыпайтесь! Вау, мы что, заснули на уроке? Неудивительно. Учиться в магической школе так трудно, что мы засыпаем прямо на партах. Ой, а мне такой хороший сон снился, будто мы все вместе отдыхали на озере. Ребята, смотрите, по-моему, у нас новый учитель. Я уже думал, вы меня никогда не заметите. Меня зовут Егор, и я буду вашим основным учителем темных искусств. Здравствуйте, учитель Егор! А вы точно учитель? Вы слишком молоды для учителя. Ага, это все равно, если бы я был вашим учителем. То, что я молодо выгляжу, это факт. Но у меня огромный опыт в магии, и мне 2000 лет. Просто я вампир. Не бойтесь, я не ем своих студентов. Я благородный вампир. Я принц вампиров. Кто у вас староста? Мне нужно знать, на какой теме вы остановились в прошлый раз. Ну, я староста класса. Ой. Ты такая красивая. Ты такой красивый. Наша староста влюбилась в учителя? Вот это да, и вроде он в нее тоже моментально влюбился. Ой, не верю я в эту любовь с первого взгляда. И вообще, я ни в какую любовь не верю. Так, перестаньте болтать на уроке. Значит, ты староста. Как тебя зовут? Александра. Мне очень приятно с тобой познакомиться, Александра. После уроков мне надо будет с тобой поговорить. Будем обсуждать мероприятия, которые будем проводить в классе. С удовольствием обсудим, учитель Егор. Ага, знаем мы эти ваши обсуждения. Бла-бла-бла, на-на-на. Заткнитесь! Итак, Александра, чему же вы научились на прошлом уроке? Мы научились заклинанию Тюлилихум, чтобы определить, какой стихии принадлежит волшебник. А еще я всех научил заклинанию Деус. Оно превращает ночь в день. О, а это полезное заклинание. Вспомните еще одно, Найтус. Оно превращает день в ночь. Круто! А можно попробовать? Не сейчас. А знаете ли вы о своей магической специализации? Знаем, но не знаем, как ее вызывать. А я до сих пор не знаю своей специализации. И я тоже. И я бы хотела узнать свою магическую суперсилу. Садись, Саша, сейчас я вам обо всем расскажу. Блин, какой у нас клевый учитель. Итак, Никита у нас технический маг, умеет делать магические технологии.
Ого, вот это круто! Суперспособность Рената – любовная магия. Он может влюблять в себя девочек. О, как у меня, что ли? Только я умею влюблять в себя мальчиков. Правда, я еще не знаю, как. О, это что, у нас в классе два демона? Суккуб и Инкуб? Никакой я не демон, я волшебник. И я вообще-то тоже. А вот с Летой все сложно. Я, к сожалению, не могу увидеть ее суперспособность. Но в тебе огромная магическая сила. Ого! Наверное, я стану самой могущественной темной волшебницей и буду повелевать всем миром. Блин, какая же она красивая. Все возможно, все возможно. Так, а кто у нас знает о своей суперсиле? Я! Я могу становиться невидимой. Но правда, я не знаю как. Про мою специализацию вы уже знаете. Я ведьма. Моя суперспособность – зелье. А я вроде как умею превращать всех в рыб. А сама становиться акулой. А я умею испепелять всех взглядом из глаз. А я умею копировать суперспособности волшебников, находящихся рядом. Только я не знаю, как это сделать. Всему свое время. Скоро вы обо всем узнаете. А сегодня мы с вами займемся химической магией. О, зелья! Наконец-то! Сегодня вы в теории узнаете, как варить любовное зелье номер один. А следующий урок – практические занятия. Мы что, сварим зелья и будем их испытывать? Конечно. Посмотрим, у кого зелье получится лучше – у парней или девушек. Но для этого надо сначала знать химическую формулу. А я думала, зелья варятся из всяких там трав, лягушек и какашек. Так и есть. Но нужно сначала знать конечную формулу зелья, иначе вы его никак не сможете сварить. Внимание на доску! Кто знает, какой химический элемент здесь пропущен? Ну и откуда мы должны это знать? Для меня химия – это вообще непонятная штука. Это же очень сложно. Откуда мы знаем, какого элемента нам не хватает? Думайте, класс, думайте! Кажется, я знаю ответ. Ну раз такая умная, иди отвечай. А я не хочу выходить к доске, я отсюда попробую написать. Я не пойму, что вы на меня смотрите? У меня что, тушь потекла? Вообще-то у тебя волосы стали розовые, и с рукой что-то случилось. Ой, хватит выдумывать. В общем, в этой формуле не хватало водорода. Ну как ты это сделала? Ты с места вытянула руку к доске. А что тут такого? Просто у меня руки длинные и изящные. Но у тебя розовые волосы. Что вообще происходит? Я не вижу в этом ничего странного. Ну-ка, напомни свою суперспособность. Ну, я могу копировать способности тех, кто находится рядом. Но ни у кого из нас нет способности так вытягивать свои руки или ноги. Я знаю, кто может это сделать. Это мама длинные ноги. Смотрите, у нее розовые волосы, и она умеет растягивать свои ноги и руки. Стоп, но если ни у кого из нас нет такой способности, тогда кого копирует Аня? Она копирует того, кто рядом. А что, если этот кто-то не в нашем классе, а в коридоре? Привет, крутые детки! Кто из вас сегодня будет моим ужином? Учитель Егор, что здесь происходит? Почему здесь стоит мама длинные ноги? Вы же меня спасете от нее! Тебя точно спасу. А нас! И вас тоже, я только не пойму, как она сюда попала. Ваше защитное поле над колледжем полный отстой, с ним даже ребенок справится. Так кто из вас, белые маги, станет моим ужином? Никакие мы не белые маги, мы темные маги и учимся здесь, чтобы стать темными властителями этого мира. Кто вам сказал такую чушь? Вот этот вампирчик? Учитель Егор, что она имеет в виду? Тут такое дело. Короче, я сейчас все решу. Ну все, она больше не опасна. Капец, он выпил ее кровь. Ой, а что это со мной было? Учитель Егор, нас спасли! Так, все возвращайтесь в класс. А ты, Александра, пошли со мной в учительскую. Лучше.
Конечно. Ну да, роман с учителем, которому 2000 лет. Ну что тут может быть необычного? Break it down.